Здравствуйте, вот вы сегодня уезжаете. Скажите, пожалуйста, как вы отдохнули? Как вам понравился отдых в Болгарии? Вот вы отдыхали в комплексе Бутерфляй. Вот в целом расскажите, что у вас тут, какие хорошие события произошли за этот период времени? Я отдохнула очень хорошо, жалко мало. Потому что, ну, во-первых, комплекс Бутерфляй – это чудесное место, близко от моря. Здесь очень хорошие квартиры. Все под рукой, у тебя здесь есть все удобства, все чисто, все замечательно. Ну, сама Болгария – это просто чудо, жалко мало времени, потому что посмотреть в Болгарии можно очень много. За неделю я объездила много мест, и это было просто чудесно. Море замечательное. Ну, да, море рядом, да, от Бутерфляя? Да, море рядом, море для детей, это очень важно. Можно и поплавать, можно и попрыгать с детьми, и поиграть в подвижные игры. Просто хорошо. Пляжи очень хорошие. Здесь песочек. Поэтому это просто замечательно. Мы ездили на грязи. Очень рекомендую. Это особенно... по морю, да, вы ездили? Да, особенно, да, особенно дамам определенного возраста. Очень помогает. Кожа после грязи отличная. Ну, супер, здорово. Знаете, насколько я говорю насчет погоды, тоже вас не подвела, так что вам повезло тоже с погодой, со всех сторон. Потому что то, что звонят из Москвы, сейчас, конечно, возвращаться в 13 градусов. Да, прохладненько будет. Надо, там дом. Ну, вы знаете, я очень рада, что вы уезжаете с хорошим настроением. И что касается вот компании нашей Евродом-21, вы мне скажите, вот встреча, заселение, вот вы сейчас уезжаете с хорошим настроением, никаких вопросов у вас не возникло в процессе, правильно? Ничего не возникло, все вовремя. Не нужно ничего корректировать нам? Нет, ничего. Улучшать что-то. Ну, пока я не заметила ничего такого, что можно было бы улучшить. Ну, спасибо вам большое. Значит, вы будете советовать нашу компанию Евродом-21. Спасибо большое. Спасибо за такие добрые слова в нашу сторону. И мы вас ждем обязательно. И еще сезон, правда, не закончился у нас. Сентябрь, октябрь еще. Можно и приехать обратно, если будет холодно в Москве. Вот. Ну, и на следующий год, и вообще по следующему мы вас обязательно ждем и всегда рады. Спасибо. Спасибо. Я обязательно приеду. И всем приятного отдыха. Спасибо большое.